Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интереснейшие покупочки в Wildberries и Озон. Итак, поехали. Начнем крупногабаритные покупки. Покупка Озон, покупка Wildberries. Так, первое — это силикогелевый наполнитель коту в туалет. Помните, я вам показывала мякушка в пятишках? Нету, пропала мякушка ни на Wildberries, ни на Озон. Искала, чтобы по цене и по весу было нормально. Здесь 4 килограмма, по-моему, девчонки, это 9 литров. Ну, то есть практически две пятишки те же самые, 900 рублей. Вообще нормально. Огромнейший пакет, мне надолго хватает, я засыпаю ему в пакетике, в лоток стелю 2 пакетика, засыпаю силикогелевый наполнитель, он полностью впитывает все запахи, 2-3 недели лоток стоит, к нему не притрагиваешься, не меняешь, но только там за ним вот убираешь лопаточкой, и все, когда по большому котику ходит, я имею в виду. Вот, поэтому я очень люблю силикогелевый именно наполнитель. У нас до этого был другой, и я чувствовала запах кота. Оттуда этот не впитывает запахи, все отлично. Сейчас я распакую, покажу. И, девчонки, смотрите, еще одна крупногабаритная покупочка. Это с Wildberries. Это целых 5 литров для стирки Безе. Универсальный гель для стирки. Я решила все-таки, что мне надо много, потому что я стираю, ну, безумное количество раз. Иногда в день, лето и осень, сейчас вообще грязи будет куча. Я себе купила вот такой вот большой гель. Будем вместе с вами тестить. Очень интересно. На самом деле и безумно бюджетно. Выглядит наполнитель. Классно, что здесь есть ручка на самом деле и зип-замок. Как он выглядит, сейчас открою, тоже покажу. Нам как раз уже пора менять. В принципе, все отлично, все замечательно, как я и ожидала. Я не люблю силикогель круглый, потому что он его разбрасывает, они по всему дому катаются. А вот этот нет. Ну, 2-3 камешка может рядом с лотком лежать, когда он закапывает, и все. Поэтому классно, классно, супер. Вот как я и хотела. Такой средний помол. Он ничем не пахнет. Так, давайте теперь смотреть гель. Я уже открыла. Вот так называется бренд. Кто пробовал, девчонки, обязательно пишите. Я почитала. Отзывы хорошие. Смотрите, для всех видов тканей защита цвета, приятный свежий аромат. Вот я как раз уже открутила и хочу сейчас понюхать. Действительно классный, девчонки. Он какой-то такой нежненький, зелень, цветочки. Прям вот деликатный достаточно. Очень-очень приятный. Прям такая весенняя свежесть какая-то. Вот что-то типа того. Ну и вот информация у нас, кому интересно. Для любых тканей, для машины, для ручной. Экономичный расход. Безопасный состав, свежий аромат. Смотрите, сколько мы льем. 40-50 миллилитров, средняя, жесткая. Ну, в общем, 60 миллилитров где-то приблизительно надо семерный стаканчик завести. И если сильное загрязнение, 100 миллилитров, да? Способ применения в специальный отсек. Ну, я люблю в машинку сюда все заливать. Так, 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 так. Состав. Смотрите, кому интересно. Нормальный вроде состав. Ничего такого здесь не вижу. Строго по назначению и так далее. Производитель у нас с вами Москва. Вот такая вот информация. Будем стирать, все вам покажу. Хорошо, сейчас мы будем с вами тестировать гель. Мне очень интересно на момент отстирывания. Вот такие вот у меня футболочки после прогулки. Это Крис тут в мороженом и в песке. Постоянно грязные футболки. 2 раза в день переодеваемся, это минимум. Это все дело у меня в машинке. И я взяла стаканчик, он у меня 200 миллилитров. Сейчас наливаю пол стаканчика мимо на ковер. Это как раз будет 100 миллилитров для сильных загрязнений. Вот так он выглядит. Аромат, кстати, мне безумно нравится. Вот такой вот достаточно. Ой! Вот что творю. Сейчас ковер будем стирать тоже. Вот такой достаточно густой. И выливать я буду прям, девчонки, в барабан. В барабан. Вот так прям к вещам. Все. И стирать на своем привычном режиме. Он у меня... Называется вот эта интенсивная стирка. Час длится, температура 60 градусов и отжим 1000. Все, запускаю стирку. И, кстати, кондиционер не хочу специально добавлять. Хочу посмотреть, останется ли одушка на вещах, на мокрых, на сухих. И все вам потом обязательно расскажу. Девчонки, машинка достирала. Давайте с вами будем сейчас все смотреть. Сейчас я откопаю зеленую футболку. У меня тут и полотенчики были. Кстати, мягкие. Я не добавляла кондиционер. Мягенькие прям. Так, где наша зеленая футболочка? Ой, вот она, в самом заду. Так, смотрим. Смотрим вместе с вами. Слушайте, ну чистая вся. Все чисто. Все абсолютно чисто. Вы помните, она была вся уделанная. Что ты, мой хороший? Сейчас я тебе помогу. Вот, смотрите. Эта сторона. Это все чистенько. Рукава завернулись. Вот они. Вот.
Слушайте, зачет. Зачет вообще гелю. Гель обалденный. Так, понюхаем. Еле-еле-еле уловимая, очень деликатная, нежная вот эта одушечка. Я думаю, на сухом белье вообще не будет пахнуть, поэтому, девочки, кто не любит яркие одушки, это ваша история однозначно. Развесила белье, девчонки, знаете, очень приятно удивилась. У меня там была белая футболка, которую я по дому ношу уже несколько лет. Она такая уже, знаете, не совсем белая, вот цвет у нее прям не очень. Ее, в принципе, уже ничего не спасало, ей ничего не помогало, а тут она прям беленькая. Мне прям шок случился. И вы заметили, у меня там были белые вещи, плюс цветные, и без всяких каких-либо ловушек. У меня белый полотенчик, Кристюшин там был. Все отлично. Все беленькое, очень-очень беленькое. Я бы прям сказала кипельное, я прям очень удивилась. Вот она висит, прям белая-белая-белая. Поэтому гель вообще рекомендую, девчонки, мне понравился. Покупочки Валберес, это подарочки Ксюшке. Первый это пенал. Кстати, пеналы совсем не бюджетные, и Кристине обязательно сейчас откроем. Но тут фишка вся в надписи «Хочу домой». Таких пеналов сейчас на Валберес на Озон очень много. И есть даже подешевле, чем мы этот взяли, но ей хотелось именно вот эту надпись. Если этой надписи нет, они дешевле прям на 100 рублей сразу. Он довольно вместительный, она просила вот именно такой себе пенал. А здесь подарок, который она нам... С мужем заказала себе на день рождения. Мы все проверили, слава богу, все отлично, потому что я очень долго искала лав-лампу. Практически везде отзывы плохие. Вот нет такой, у которой хотя бы были средние. Вот практически на все лампы плохие отзывы. Заказала на свой страх и риск. Не самую дешевую, есть на порядок дешевле, но фишка вот этой лампы в том, что у нее водичка непрозрачная. Если водичка прозрачная, они идут прям дешевле. Ну и такой старалась для интерьер подошла. И она просила у меня сирень. В общем, распакую, сейчас все покажу. Пенал выглядит вот таким вот образом. Здесь есть разные, кстати, надписи, но одного только вот продавца. Когда лето? Ой, я не знала, что здесь внутри есть тоже надпись. Вот я его везде расстегнула. Здесь такая штучка, за которую можно держать, носить. Подожди, Кристюш, сейчас я покажу девочкам и тебе дам. Так, можно, я думаю, его стирать. Внутри как клеёночка, а снаружи ткань такая плотная, знаете, под лён, вот типа того. Вроде прошито, все хорошо. Сейчас положишь, да, камушки положить. Здесь два карманчика. Вот тут прям такой глубокий карман, но с невысоким бортиком. И вот этот отсек, он, видите, расстегивается. Здесь такая сеточка, а вот тут резиночки. Еще подо что-то. Я, в принципе, не вижу, что он сильно вместительный. Вообще не знаю, за что такие деньги дерутся. Но ребенок попросил. Пусть будет. На, бери, играй. Теперь лампу распаковываем. Вот, собственно говоря, как это все выглядит. Тоже у этого продавца были плохие отзывы, что приходит мутная вода. У нас, мы сразу проверили первым делом, она не мутная, красивая. Когда зажигаешь, регулируешь яркость, вообще она меняет цвета. Очень интересно. Вот регулировка яркости. Сейчас включу, тоже покажу. Она собирается каким образом? Вот подставка, здесь лампочка. Надеюсь, потом, если лампочка перегорит, удастся купить такую же. Не трогать, она горячая потом будет. Это такой легкий какой-то металл по типу алюминия. Вот такая подставка. Было очень много плохих отзывов. Не скользящая такая штучка, что подставки приходят погнутые. Что хочу сказать, каждая деталька была в пупырке. Вот эта штука еще в отдельной коробке и еще тоже в пупырке. Поэтому вот каждая деталь, мы их уже выбросили на пункте выдачи. На лампу, это воск, кстати, это воск. Различное количество времени требуется, чтобы после включения вот этот воск нагрелся, и вот такие вот пузырьки будут плавать. Я вам тоже это все покажу. Вот так ставится она, никак не крепится, не вкручивается. И сверху вот этот колпачок надевается, и в целом у нас лампа выглядит вот так. Сейчас я ее куда-нибудь поставлю, включу и покажу. Включила. Вот так выглядит лампа. Она, кстати, более сиреневая. Вот какой-то камера почему-то передает розовый цвет. Минут 10 она уже включена. У каждой лампы, я почитала, в принципе, определенное время, после которого начинает плавиться воск. Но она уже такая вот горяченькая. Причем не сама вот эта стекляшка, а именно вот это основание. Да, только вот это основание, где написано «руками не трогать». Это на середину яркости. Вот такая вот она красивенькая. Ксюшке очень понравилась. Она прям рада, что выбрала себе такой подарочек. Сейчас покажу в темноте. Выглядит в темноте. Это на среднем режиме у нас. Я именно на нем решила проверить, через сколько воск расплавится и так далее. Но в целом вообще очень красиво. Мне прям нравится. Сейчас, если начнут еще эти пузыречки плавать, то вообще восторг. Прошло минут 20, вот воск начал плавиться уже, но пока еще не пузырьками.
такими вот кусочками, но все равно в темноте прям это очень красиво, даже вот так. Где-то спустя час начали плавать вот так пузырики. Очень красиво. Смотрите, вот камера не передает вообще. Они опускаются вниз, потом поднимаются. Вот так. Ну, очень красиво. Сейчас при свете попробую передать. Как при свете. Смотрите. Ну, классно. Вот так. Опачки. Они потом сталкиваются, друг от друга отталкиваются. И летят дальше. Иди, Крис, смотри, какая красота. Вот так они летают, разделяются, сливаются. Ну, очень красиво, здорово. Гораздо ярче все на самом деле. Камера все равно не передает. Бледненько как-то. А так это все гораздо ярче. Вот. Не знаю, как даже сфокусировать, чтобы вам передать. Очень красиво. Лампа проработала несколько часов, и мы ее выключили. Кстати, там уже много пузыриков. И когда мы ее выключили, она стала синяя, вот такая красивая. Пузырики до сих пор плавают. И она вот такая вот синенькая. Очень интересно, конечно. Сиреневая лампа после выключения синяя. Пачки Валберис. Здесь у меня туничка, которую мы, кажется, всем чатом в Телеграм купили. Классно, потому что 300 рублей. Ивановский трикотаж домашний. И вот такие вот тампоны Аби. Две пачки заказала. 206 рублей, по-моему. Там что-то баснословных денег стоит. Если раньше за 285 можно было купить, я их, конечно, больше люблю на Валберис, то сейчас вообще нереально. В общем, я посмотрела, девчонки, ну, обычные, классные. Ничего плохого не могу сказать. За 206 рублей 16 штук. Это классно. Вот взяла две пачки, одна запакованная. Как они были. На, бери, на. Вот. И туничка. Она такая, знаете, цвет лавандовый. А вам камера сейчас почему-то делает его синим. Нет, он лавандовый. Естественно, как любой ивановский трикотаж, она мало мерит, поэтому я взяла 58. Хотела 60, но не стала. Нет, большая. Вот такой рисунок. А здесь блески набиты. Прикольно. И размер. Вот он. Это Николь. 37, туника в 58 размере, цвет very peri цвет, представляете? Рукавчик, то есть такой он, недостатки скрывает, хорошенький рукавчик, вот. Горловина такая нормальная, не узкая. И по длине, девчонки, сейчас я вам померю и все скажу. Померила, мне колено скрывает. Все, отлично, свободно. У меня по параметрам, по обхватам 52 размер. Поэтому смело берите больше. Ну, во-первых, подум должно быть свободно. Вообще, я не люблю, когда такие вещи в обтяг. Я считаю, это некрасиво, даже если у тебя идеальная фигура. То есть, свободненько, классно, по длине. Все супер, тоненькое, хорошенькое. За 300 рублей вообще просто-просто сказка. Пачки Валберис и Яндекс.Маркет. Девчонки, Валберис — это насадки на швабру. Такие вот бюджетненько достаточно. Они такие же, как у меня была и есть. На смену, чтобы было. Там одна стирается, другими пользуешься. Сейчас достану все. Так, здесь у нас смесь. Сейчас идет распродажа. Если у вас ребеночек ест смесь Нутрилон, распродажа смеси. Третья. Нутрилон третий. Вообще за копейки 700 рублей, девчонки. Две банки 800 граммовых. Но у них сроки годности к зиме заканчиваются. Но мы съедим, мы еще едим. Молочко очень любим на ночь и с утра бутылочку прям. Это как ритуал. Поэтому взяла две штуки. Так, а здесь у меня провод. Тоже самый, девчонки, дешевый. Type-C с быстрой зарядкой. Они называются ВОК. У меня телефон ОПА, и у него быстрая зарядка. То есть он до 100% заряжается буквально, ну, за час, может быть, с нуля. У меня мой родной провод накрылся. Вот прослужил почти 4 года, 3-4 года, наверное, уже. И искала такой вот именно ВОК. Сейчас покажу, там на проводе должно быть написано ВОК. Провод быстрой зарядки. 200 с чем-то рублей на Яндекс.Маркете. На Валберс, на Озон такие провода, они от 500 рублей. Поэтому смотрите, ссылочку оставлю. Сейчас все открою, покажу. Вот так выглядит смесь. Тут переложена она. Все закрыто вроде. Вот эта пачка только нарушена, герметичность. Где-то они ее оторвали. Здесь все нормально. Давайте посмотрим по срокам годности. Так, где они у нас? До 13.10. То есть это у нас с вами 13 октября. Мы съедим эту банку, поэтому нормально. Здесь, наверное, тоже, да, тоже до 13-10. Мы съедим. У меня 4-й лежит, а он свеженький, и мы поедим пока вот этот, потому что смесь, конечно, стала очень дорого стоить. А здесь прям совсем дешево получилось. Так, вот они, насадки на швабру. Вот такие вот очень безумно мягенькие, красненькие.
Вот так они выглядят. Они приклеиваются на липучки, которые находятся на самой швабре. И вот здесь такие карманчики, за которые тоже насадка цепляется. И все отлично. Их две штуки в комплекте. Там по три, по-моему, даже, или по четыре продают. Молоко. Сейчас сделаем тебе. Увидела молоко свое. И вот я про что вам говорила. Видите, ВОК. Type-C у меня разъем, они сейчас практически у всех такие, и вот под ОПА, на Wildberries, на Zone, вот такие вот даже по 800 были именно вот такие вот провода в такой коробочке, а здесь 200 с чем-то, так, сейчас откроем. Пришел, кстати, провод упакованный, вот так он выглядит, и видите, здесь вот на нем, на самом написано ВОК, у меня на старом также. Я надеюсь, что будет заряжать быстро, потому что сейчас, пока он не пришел, я заряжала другими проводами Type-C и... Не было быстрой зарядки, очень долго заряжается телефон. Пойду проверять, сейчас вам расскажу. Девочки, все отлично. Как я поняла, у меня, по крайней мере, так на телефоне, у меня набалдажник вот этот вот, он родной. Я когда заряжаю родной зарядкой, с быстрой зарядкой, ВОКовской вот этой, у меня индикатор заряда, молния, зелененьким загорается. Когда я заряжаю другими, у меня не загорается. То есть она беленькая такая на экране, значит медленный заряд. Здесь загорелась зеленый, значит все нормально. Вот у меня что со старым, видите, произошло. Вот так я его износила весь. И вот тут тоже на нем также написано ВОК. По идее, нет, а вот, вот написано. Фокус не хочет фокусироваться. Вот. И вот на новом тоже так написано где-то. Где ты? Да, так что подходит, подходит. Вот у кого быстрая зарядка на телефоне предусмотрена, да, потому что надо все-таки заряжать родной зарядкой телефон. Это рекомендуется, чтобы дольше аккумулятор, да, у нас с вами был живой. Вот я вам прям рекомендую. Самый дешевый, за такую цену не найдете нигде, даже в Китае. Ну и на этом все. Мои хорошие, все ссылочки, как всегда, под видео в инфобоксе. Проходите, знакомьтесь. Всех люблю, целую, всем пока-пока.